know you're valuable, like you know the one that holds your soul. 'Cause mercy has called you by your name. Don't be afraid to live in that grace. Oh, I'm telling you something, this God we believe in, yeah, he changed everything. Сегодня светлое воскресение Иисуса Христа. Сегодня день, когда мы отмечаем, как христиане, замечательное событие, которое изменило ход всего человечества. Эта радость просто в сердце, и она переполняет, и хочется делиться с людьми, и дарить любовь эту Божью всем, кого не встретишь. Очень рады, что церковь – это Божья семья. И неважно, с каких городов, с каких стран посъезжались наши братья и сестры, мы ощущали это единство. Мы очень благословлены тем, что Иисус – Господь нашей жизни, что Он воскрес. И очень ждали сегодняшнего утра, этого дня воскресения. И рады, что мы можем вместе с Церковью Божьей сегодня сказать, что Он действительно воскрес в нашей жизни. И этого же желаем всем, кто еще не примирился с Ним. Наша Пасха – это не день, это не месяц. Наша Пасха – это не праздник. Наша Пасха – это личность. Иисус Христос. Так написано.